О, желтый медведь бежит. Не надо. Желтая рация. Забирай медведя. Свое яйцо, отставь от меня. Что это было? Я не попадаю, что это было? Втроем прыгают по платформе, вы посмотрите на них. Это что такое? Че за фигня вообще? Это чума. Да, о! Привет! Сегодня я FNAFPLAY в коопе с другими ютуберами поиграю в мультиплеерную версию Garden of Banban. Кто-то будет играть за пилу, и даже я за нее сыграю, а также будем играть за выживших и пытаться найти яйца опилы и принести ее в гнездо. Будет реально круто, поэтому скорее ставь лайк. Мультиплеерный Banban мы дождались и в него сегодня сыграем. Это канал FNAFPLAY, а я Golden Freddy. Сразу погнали играть! С вами Лекс, и мы сегодня вместе с FNAFPLAY'ем, GMD13 и MurmalayPlay будем играть в новую мультиплеерную игру Garden of Banban. Приветствуйтесь. Да, привет всем. Ребята, полетели. Всем привет. Привет. Сразу без лишних слов. Запускаем. Один игрок играет за опилу Бёрд, другие игроки играют за рации, и, разумеется, их цель — собрать как можно больше яиц. Всего 40 яиц и ограниченное время. И я сейчас играю за опилу Бёрд, кстати. И... Ну, вот понятно, я... естественно. А, вот эти яйца надо собирать, окей. Чё, сейчас буду вас жрать, да. Нифига, тут миллиард яиц, зайдите сюда, зайдите. Опила Бёрд играет. Иду за вашими яйцами. Нет! Он за мной! Ну-ка, яйца. Да тут слишком много яиц. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас Лекс твои яйца заклюет. Тут на спавне миллиард яиц. Он идет к вам. Там яйцо в яйце спавнится, что за фигня? Ой-ой-ой-ой, какой маленький, иди сюда, хорошенький. Ой, это ж Мурмалеечка, плеечка маленький. Отлетел, просто так красиво умер. Ты аж реально как будто это... Так, яйца вставляю. Где он, как где в боевиках он? Полетел. Где он, покажите мне его. Где он, где? Где опилочка Бёрд? Опиля. Опилка потерялась. А, о, вон он, вон он бегает, смотри. Да-да-да. Вон он Лекс гоняет. На паркуре бегает. Ай, не дает. Тихо, аккуратно. Только берет. Докажем сейчас опилу Бёрда. Да, докажем, блин! Докажем опилу Бёрда. Нет. Я успел. Я тоже. Надо быстрее собирать яйца. Чего? Откуда столько яиц на спавне? Я тебе говорю, там миллиард яиц на спавне. Я все яйца положил. Я все яйца положил. Красава. Куда ты их положил? Свои яйца положил. Тут, блин, пусто. Я в кармашке яйца рассовал. О, а вот же спавн. Блин, миллион яиц, кстати, и рядом нету. А корзинки где? Там корзинки. Направо беги. Бегу. Там две корзины. Туру. А, все, увидел. Лекс, блин, отстань. Опа. Назад. 29 яиц. Блин, да вы козлы такие, как вас убить? Еще 10 яиц надо. У меня пинг. У него пинг. Я уже вплотную к вам стою и все равно не умираете. Так и должно быть. Да блин! Ну там же яйцо. О, желтый медведь бежит. Не надо. Желтая рация. Забирай свое яйцо, отставь от меня. Да блин! Уотки есть. Да, здесь уотки их много. Бешеная птица! Я загнал себя в тупик! Где? Блин! Где она? Да она на спавне, там где миллиард яиц. Там, где птицы нету глаз, там много яиц. Берите яйца сюда. Там нет глаз, где водка, где водка? Ребята, еще 9 яиц. Джимди убили. Я умер. Уотки сейчас много этих. Все котки. Киса. Бегу за тобой, Джимди. У тебя яйцо, да? Молодец. Стоп, сюда. А тут забито. Там забито, да. Да блин, некуда ложить яйца. Водка, ищите водку. За мной. Там есть. Вот, куда тебе с вами? Есть одно. 33 яйца. Что за фу? Надо к лодке, ребята. Быстрее к лодке. Да он там кемперит около лодки. Ну, я даже не успею. Почему тут бегать нельзя? Есть какое-то ускорение? Я победил! Изи! 36 яиц! Блин, еще и скримак схватил в конце! Че за фигня? Красиво, о, я могу ходить! Я после скримера мог ходить! Прикол. Опила Бёрд победила. Так. Ну понятно. Ну, а способности, деле... замедление, дебафы, да, на самом деле, вот дефекты. Очень странный геймплей, потому что они не дают никаких возможностей для выживающих. Очень тяжело победить. Так что да. Но опила Бёрд не может прыгать. Это ее единственная проблема. Поэтому сделали одно место, где можно хотя бы так, прыгать. Так, где еще Лекс?
Где еще Лекс? Я здесь. Где еще Лекс? О, у нас их двое. Два все, Лекса? Да. Два Флекса? Да почему так. Я опять блин, не птица? Блин, я опять опил обёрт. В смысле ты опять опил обёрт? Опять? Да. Бан тебе за читы. Чё, банок дел? Да. Так нельзя. Ну, если готов. Лекс еще раз будет опил обёртой, то все. То все, это бан. Все ставим ему дизлайки. Да-да. Осуждаю. Надо. А, блин! С читами играют, устанавливают. А нет! Не поймал. Четко я сбежал. Я пытался, я был близок. Ой, сколько набрали. Подожди, а куда? А, туда. Красная морда. Все, это победная по-любому. Победная карта. Да. Ну да, я вас найти не могу даже. Да он не убивает. Да посмотри, я прям в нем нахожусь. У меня даже здесь стулья начали летать по всей комнате. Так, гнезда есть еще на паркуре. Надо, короче, самые сложные них... яйца сначала отнести, а потом самые легкие. Да. Вот эту шляпу. Вот лодка, там еще есть 3 яйца. Забить можно. Да, у меня с Мурмалей Плеем плохое соединение, похоже. Я просто, нет, я просто мансю, я мансю от тебя. Блин, человек мансит, профессиональный киберспорт, блин! Это киберспорт, я играл в Quake. Опилу Бёрда, забить нужно ее. Иди сюда, маленький желтенький. Не-не-не, прощай. Блин, ну куда ты, ну остановись. Нет, я забайтил Лекса, давайте. А мы уже. Видишь, что творится. Он хотел скримануть меня из-за угла. Давай, да. 4 да, яйца. Да. Ну я пытаюсь. 4 яйца, это победа. Это эпик вин. Я умер. Сейчас будет. 3 яйца, ребят, 80 секунд. Смотрите. Да блин, кто мое яйцо подрезал только что? Яйцо понес. Сюда, вот яйцо. Стой, вон еще яйца, я вижу. Ровно 3 яйца. За мной опил обёрт лежит. 3 яйца, отлично. Это победа. Вот у нас есть наш плеем. Все, там еще одно яйцо положите. Да в смысле опила, иди отсюда. Ну блин, он не берет яйцо, ну кто-нибудь. Я пожертвую собой. Да не надо, блин. Он пожертвовал собой. Там яйцо. У меня одно яйцо. Неси его туда! Такой. Направо! У них 2 яйца, а осталось одно! Да блин! О, сука! Мы выиграли! Победа! На моих глазах его положи! Победа! Это эпик вин! Это 100 тысяч лайков! Прикол в том, что я охранял одно яйцо, а другое так ты яйцо, понимаешь, 40 секунд было. Осталось? А я как раз хотел это яйцо взять. Это супер игра. Я понимаю то, что больше, да. Больше яиц, чем гнезд. Хотя да. Нет. Больше яиц, чем надо, и гнезд больше, чем надо. Да. А, тут еще смотрите, оказывается, рисунки есть. Randy Remote Says. Соберите 40 яиц, и тогда в гнезда, и тогда будет время, а пиво Бёрд вас не поймает. Короче, а здесь вот этот стамбл, что-то стамблер какой-то. А кто такой стамблер? У него друг нету. Это FNAF Play твой друг? Нет. А, это Спарки. Это зайчик Спарки, но его зовут Стамблер. Так? Какой-то... А может новый персонаж? Крутые соревнования и выясните, кто здесь самый крутой. Новый монстр. Я нажал на Спарки, сейчас будет секрет, внимание. Ну-ка. Активировалось что-то. Я опил обёрт! Да ну какой нафиг? Вы чё, гоните, что ли? Это 10 тысяч. Он сломал игру, так не бывает. Ничего не ломал. Он вообще... Да я вообще не хочу за опил обёрт, я не знаю, зачем. Да, конечно, да. Ты читы подрубил и поставь, блин, вот смотри. Бух рандома, блин. Ага. О, нифига. Бух опили Бёрда. Нифига тут яиц. Нормально. На паркуре много яиц. А, это ты со мной, да? Ага. Окей. Ну, вот здесь иди. Ставь. Так. Тут вообще проходит, 2 яйца валяется. Лекс будет побежден дважды. Сейчас вы это увидите. Быстро и безболезненно. Как много яиц, что? Изи. Вот я внутри него, я внутри тебя был сейчас. Кто упал? Я видел. Ты упал? Никто. Не знаю. Так много яиц, это кого? Это кто так это сделал? Я? Или Лекс? Да это Лекс опять начитерил что-то. Твою мать. Маленький фиолетовый бегает. Голубые яйца, Лекс? Заметьте. А Лекс-то где? Яйца. И что это? Лекс. Блин! Это значит, что... Аааа! Да ё-моё! Ты чё пугаешь?
На спавне есть одно гнездо, и у Отки оно еще есть одно, оно не заполнено, и меня сейчас убьет Лекс. За мной Лекс. Лекс на паркуре сейчас. Опа. Да вы что там толпой бьете? А, он что, упал, он упал! Я видел, как Лекс падает! Он упал? Да, рофл вообще, я видел, как он падал. Пипец, я падаю сейчас внутри этой штуки, внутри бездны. Он за тобой идет. Да я в курсе! Попробуй, пусть догонит, пусть догонит. Да блин, догнал! Я в текстурах, о, нормально. Я в бездне, ребят, ну-ка спасайте. Да мы не успеем, 10 единиц осталось, они все на спавне лежат. Нет, синие означает, что они не созревшие. Опа, отлично. Она здесь. Замансил, замансил. Я живой. Да невозможно, а вот с Мурмалеем вообще не работает ничего. Говорю, в нем можно прям внутри него быть. Блин, 60. Ой, стулья застрял. Я бегал, помните, весь спавн. Не идите туда, идите к лодке. Вот только вот и лодки остались эти. Да. Да я там и бегаю. Маленький такой фиолетовый. Все яйца, которые остались, они находятся картинка, где опила. Да мы не успеем. Они все яйца там, где спавн. Опила без глаз. Здесь много яиц. Супер много. Миллионы здесь. Я там был. Иди вот туда, иди туда. А да где эти гнезда? Да мы не успеем, 35 секунд. Одно гнездо, все, я уже знаю, я уже тут ориентируюсь. За мной. 4 яйца у вас осталось. Что это было? Что это было? Что? Офигеть. А я успел яйцо затащить. Да как толку-то от него, от твоего яйца? Ну, сейчас увидишь. Сейчас мы выиграем. Да. Все возьмите по яйцу и положите на гнездо сейчас. Миллионы секунд. 38, класс. Понятно. Лекс меня убивает миллионы тысяч раз. Да ты бы не дошел бы все равно. Далеко было гнездо. Блин, два яйца не хватило. Лишь бы сейчас не было Лекса. Нет, если сейчас будет Лекса, надо пересоздавать. Я хочу попробовать его выживать. Надо пересоздавать, если Лекс будет. Это уже не смешно, нифига. Это уже не шутки, ребят. Это уже все, это конец. Конечно. Ну, кстати, я заметьте, я больше всех гружусь. Вот сейчас опять, да? И опять ты опила. И опять я опила, почему? Ты что, опила? Нет, еще давай. Может, ты по жизни опила? Не. Да вы достали! Я опила Бёрд. Я опила Бёрд тоже. Я опила Бёрд. Я опила Бёрд вам хана. Давайте, выиграйте эту катку, выиграйте, давайте. Нет. Вот это сейчас будет весело. Так, яйца. Вижу яйца. Я иду убивать. Вижу свои яйца. Ты в трусы посмотрел? Где пилоберт? Опа, здравствуйте. Нет, ты минус закинул. Лекс, у меня с пингом какие-то проблемы. Лекс заберется и сразу выкидывается из руки. У Лекса проблемы, все нормально. Еще пилоберт за жопу клюет. Опа. А куда? Маленький побежал. Оправдывайся, Лекс. Приехали. Смотри, что делать. Вот тут втроем прыгают по платформам. Вы смотрите на них. Это что такое? Че за фигня вообще? Это чима. Да ой! Аж в текстуры улетел! Одна антенна торчит, это было круто! Нормально, мне понравилось. Так, яйца. Где много яиц? Сейчас я не покажу, где много яиц. Только не у платформы. Убежал какой, убежал. Ну иди сюда. Опила Бёрд, мне твои яйца не нужны. Да вы задолбали, где вы бьете? Опа, кого-то вижу. Сейчас кому-то будет больно. Смотрите. Так, тут все яйца забиты. Опа! Жив не отлетел красиво. Ты что так быстро спавнишься, а? Опа, здравствуйте, мистер Бёрд. Бегите! Да блин, я не могу прыгать через бревна. Вдвоем убегают, да посмотрите. Там где лодка, там три пустых этих. А чё мы так быстро яйца? Собрали 30 яиц, вы офигели? Результат такой. Нифига себе, 30 яиц так быстро собрали. Там где рисунок Банбана и Спидоуса. Там много яиц. Там где... Да блин, я вас догнать не могу, остановитесь. Вот и лодки, там три звезда. Охренеть, тут яиц. Мы уже три круга набежали. Супер скорость у меня сейчас. У вас супер скорость, я их догнать не могу, блин. Сюда, за яйцами. О, да, я иду за яйцами, здравствуйте. Как ты пробежал? Минус один и минус, ну. Так они... Да блин, да посмотри, я не могу догнать его. Минус еще один.
А Джимни, хорош бегать! Тормози! Нет! Тормози! Тормози, я тебя поймаю! Да блин, ты посмотри, он убежал! Иди сюда! Прыг-скок, нет. Я тебя не трону, иди сюда! Иди сюда, иди фокус покажу! А я тебя обманываю! Понятно. Ну давай. Где? В чем фокус? О, класс! Понравилось? Два яйца, алло! Два яйца, спокойно! Два яйца, два кольца. Не-не-не-не. Сухого отца, когда в тепле два яйца. Никаких двух яиц, ни в коем случае. Так, осталось. Господи, даже как много. Иди сюда. Синий сюда. Окей. Последнее яйцо не успеем, одно, да? Одно. Одно. Все, толпа в море! Да вы че убежали-то? Давай! Хорош. Я успею. Нет! Я успел! Никита, последний секунды! Секунда! Что? Ты успел! Не, на последней секунде! Вы че гоните? За читеры! Одну секунду! Читеры! Красиво, я закерил игру! Красиво, нормально. Вот это было жестко. Да. А я да, за пилу вот побежал хоть раз? MLG момент. Да. Я вроде побежал, да? MLG. То есть мы показали вам обе концовки, и в принципе они ничем не отличаются. Да, там просто написано, пила выиграла и выживший выиграл. Да, я вижу смысл на этом уже закончить. Не знаю, вам... Я так понимаю, здесь контента секретного какого-то нету. Мы нашли в папке с игрой трейлер разработчика другой игры, но это не значит ничего, не говорит о том, что здесь какие-то секреты есть в самой игре. Но если мы что-то найдем, мы обязательно вам об этом расскажем и скажем. Спасибо всем за игру. Сегодня со мной был Мурмалей Плей, FNAF Play и GMD13. И Чипсоед. Это я. Саед 13, да. Всем пока. Всё, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, не забываем подписывайтесь в паблике ВКонтакте, ссылки в описании, шапка канала. Всем добра. В общем, игра реально веселая, угарная и прикольная. Мне удалось поиграть как за выжившего, так и за Апилу Бёрда. Было нереально круто, было весело и интересно. Поэтому, если ролик тебе понравился и ты хочешь продолжение, то обязательно ставь лайк. А сейчас всем удачи и всем пока.